Ручку одеваем? У меня свои есть. Я избранный, ладно? У меня ручка есть. Опять не кухня. Не хочу вас это говорить. Для меня еще надо посмотреть, чтобы для меня никто не... Ну, конечно. У вас свое волеизъявление. Вы мне скажите, что вам давать, чтобы не попасть в никакие рецепты? Сейчас. Забирайте. Мы теперь дистанционно охватили уже 20 стран мира, 30 тысяч детей. Ну, не то слово. 12. Я тут вашу программу поддержки ветеранов. У нас много, 1500 участников Московского долголетия. Да. По 80 программам. Я через неделю. В прошлом году такая. Это уже не раз. Здесь изменили, они в прошлый раз. Коридор, вот, сейчас сказали. У нас у них такие лабиринты сделали, что по отдельным картинам, причем у нас участка была, где мы любим, я на самом деле все это не развили. Я потом, если вы хотите, покажу. В прошлый раз, когда вы... Это ремонт прошлого года, видите, полностью отремонтировали. Здесь ваш список, Геннадий Андреевич. Здравствуйте. Чтобы вам простить, это мои паспортные данные. Я учитываю все пожелания. Вот видите, что я даже ручку с собой привез. Вот. Мне спрашивают, почему сам идешь. Я говорю, я не хочу, чтобы за меня кто-то работал. Спасибо. Спасибо.
сейчас мы нормально перекрывали. Как вы прокомментируете это голосование? Ну, прежде всего, благодарю, что вы так дружно собрались. По крайней мере, до этого многие не интересовались нашей позицией, а ту позицию, которую мы высказывали, не освещали должным образом. Я считаю, что у нас гражданское общество, и при рассмотрении ключевых вопросов надо учесть все точки зрения. Наша точка зрения давно сформировалась, она имеет свою историю. Мы считаем, что три советские конституции, ленинская, сталинская и брежневская, дали уникальные права трудовому народу в нашей державе. Только женщины получили 21 льготу, которая начиналась со дня рождения ребенка. Декрет, подписанный Лениным, так и назывался декретный отпуск. Все, что связано с ребенком, и детское пособие, и детское питание, и детские сады, и детские школы, и детские санатории, поликлиники, давали простор для решения этой проблемы. И не случайно население практически удваивалось, несмотря на то, что живут. Но конституции живут, когда они обслуживают, поддерживают народ и выражают его интересы, и укрепляют свое государство. Конституция советская, Ельцина, Горбачева, все эти говорили, была выбрана, не сообразуясь с мнением народа и его желанием. И в результате для того, чтобы подавить и распределить собственность, был расстрелян парламент, и за 40 суток продолжили конституцию Ельцина, которую списали с иностранцами. Мы за нее не голосовали, мы наставили на непризнание ее и требовали пересмотра. Когда президент Путин пошел на встречу, объявил о том, что отправляю в отставку не только правительство, но и будем менять конституцию, мы активно приезжали. 108 поправок, участвовали в комиссии, но 15 поправок выделили те, которые сохраняют суверенитет государства, потому что в предыдущей конституции иностранное законодательство было выше нашего. На то, чтобы все недра служили всем гражданам, а не кучки олигархии, 200 человек присвоили все недра страны, которые тысячу лет отстаивала, отвоевывала, создавала. Мы голосовали за то, чтобы вернуть женщинам и мужчинам нормальный пенсионный возраст. Ну и были все гарантии социального государства. Знаете, бесплатное образование, медицинское обслуживание, развитая наука и будущее. В этом отношении наши 15 поправок были освещены 12 законами. Мы их внесли. Я был почти уверен, что Единая Россия проголосует и поддержит ряд из них. Это соответствовало задаче, которая поставлена президентом Путиным в послании, войти в пятерку ведущих стран и выйти на мировые темпы. Но они все выбросили, ни одного документа не приняли. Тогда мы настояли на том, чтобы изменения в Конституцию носились в соответствии закону. А это значит, надо принимать закон о Конституционном собрании, мы его внесли, очень хорошо прописано. И надо объявлять общенациональный референдум. Соответственно, референдум более половины граждан, которые имеют право выбора, должны поддержать его. Ни первое, ни второе тоже не будет. Поэтому Единая Россия в сердечном порядке подтолкнула этот закон о поправках. Они проголосовали, Совет Федерации утвердил, Путин не голосовал. В законодательном плане вопрос решен. Но президент настоял, чтобы было народное голосование. Я его рассматриваю как своего рода общественный опрос. Но он имеет принципиальное значение. Люди должны в соответствии своей жизни, совести, обстановкой высказать свое отношение к тому курсу, который проводился ранее. А курс привел к тому, что начался обвал во всех сферах экономики. И он продолжается. Если вы посмотрите внимательно, за последнее время граждане потеряли 40% своего дохода. 22% только за последнее время продолжается. Тогда надо принимать очень важные решения. А чтобы они принимались, власть должна знать отношение людей к этому. Поэтому я официально призвал смело, уверенно идти и голосовать так, как нравится соответствие своей совести. Что касается нашей партии, мы настаиваем на конституции народовластия и справедливости. Мы настаиваем на принципах советской власти, при которой граждане имели все необходимое и были довольны этим. Поэтому
Мы продолжаем борьбу. Единая Россия считает, что у них все закончилось. Мы считаем, что только начинается. Потому что то, что случилось 30 лет назад, когда строили хвост американского глобального капитализма в качестве сырьевого придатка, рухнуло. Сама Америка сегодня переживает трагедию. Сносят памятники не только там. Отдельным людям, но и отцам основателям США, и даже Колумбу. Варварство невиданное по своей сути. Но это протест, если там в 60-е годы был протест против войны во Вьетнаме за права чернокожего населения, там не было понятно. А тут протест все разрушить, развалить, снести. В этой ядерной крупной стране власть потеряла управление нормально. Но мы-то встроили в их ход. У нас первая глава этой конституции не пересматривается. Ее списали с американских под диктовку ЦРУшников. Могу перечислить. Сидел Шахрай, Бурбуль, Шейни, вся эта публика. И сейчас нам Плисов втюхивает, не сообразуясь вещи. Путину придется выбирать. Вот сейчас для него наступает момент истины и момент исключительно ответственности. Если продолжается курс, по которому мы ползли ранее, а 10 лет мы в том числе во многом на месте, мы не пятерки, мы 11-й, перед тем будем 15-й, может быть, еще хуже. Поэтому сегодняшнее голосование имеет принципиальное значение. Граждане должны высказать свою волю. Кстати, сам процесс обсуждения и рассмотрения этой темы, он вообще имеет весьма позитивное значение, потому что люди задумались, задумалась молодежь. Вот. И так что круг людей, которые требуют обновления нашего курса справедливости и достойной жизни, расширяется, что приятно начать молодежь. Спасибо. Спасибо. Геннадий Андреевич, Сюда. Тысяча рублей. Тысяча рублей. Дима, в целом.